В рамках всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» открыта еще одна парта героя. На этот раз партии присвоено имя дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. На торжественной церемонии в гимназии номер 41 побывала наша съемочная группа. Торжественный вынос знамени под гимн России. Сегодня это в честь героя Великой Отечественной войны, заслуженного военного летчика СССР, главного маршала авиации, дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. Это образец для подражания. И то, что теперь будет парта, где каждый школьник сможет познакомиться с Павлом Степановичем, увидеть краткую информацию, может быть, заинтересоваться, пойти глубже. Это очень приятно. Не случайно, что парта Павла Кутахова установлена в этой гимназии. Именно он был инициатором строительства средней образовательной школы номер 41 рядом с расположением гарнизона. А в день открытия парты выпала честь первой присесть за нее ученицы 10 класса Анфисы Дудиной. Очень большая честь для меня первой сесть за парту в честь такого великого человека. И я очень рада, что выбрали именно меня. Я горжусь этим и горжусь собой, что я достигла определенных вершин, чтобы представить нашу школу на таком мероприятии. Парта героя – это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества. Его фотографии, биографии, героическим путем. Всего в городском округе Люберцы открыто 15 таких парт. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.